учитывая, что он еще не такой широкий, в принципе, да, как бы, то есть достаточно удобно. Ну да. Гречники стоят впереди. Вот и гелик, еще один с левой. А это не те же самые, что со мной гоняли еще, а? Не те же самые. Какой имя там еще не типа снимал? Колхозные какие-то фары. Брабус, да? Типа колхозник. Да, картошка ездит на нем. 3-литровый дизелек там, потому что тихонечко, тихонечко. Главное, что номер плотной. Да. Номер прикольный. Ну, кстати, тебе честь отдал, видел? Ты же снял, говорит. Газанул сразу такой взгляд, говорит. Сэр! Так, котелок снял. Что там справа? Да, это неадекватный, да, ползет. Самое опасное вот такие вот. Да, это уже не понятно. Которые сами не знают, что делают. Вот так вот едет как-то это, знаешь. Попробуй угадай, называется. Блин. Не дали ни одного человека таких эмоций. Вот реально удобно, он не широкий. Он кто-то здесь ого. Развалило кого-то. Кстати, на драг ездили недавно, и обратно ехали. Меня там, ну, товарищ подвез, и, говорит, назад ехал и на этом. Разложился? Да, разложился чувак, короче, прям за нами вот ехал. Он говорит, пришел, там же люди бегают. В столб ехал, не вошел в поворот на Протасовом миру. А, я понял, да. Там, если вниз спускаться, знаешь, там заправка. Вот он, видимо, хотел туда резко повернуть на скорости, летел прямо аккуратно, знаешь, столб вот именно стоит. Он прям в него. Ну, идет машина, разгоняется. Мурашки по коже, понимаешь? Тебя вот такой грузовичок, конечно. Без проблем, да. Ты что-то знаешь, этот, ну, специфическая чувствуется управляемость у него, знаешь, такая именно задорная. Выкрыть, наверное, надо, да, к такой рулёжке. Ну да, немножко есть такое, да. Да, руль такой немножко